Дальний Восток ждал Арсеньева. Открытие фотовыставки «Глазами Арсеньева», приуроченное к 150-летию географа-писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, состоялось в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры. Да, идея очень простая. То есть показать многообразие Приморского края, природы Приморского края. И мы предполагаем, что вот именно вот эти виды, вот эту красоту видел Владимир Клавдиевич 130 лет тому назад, когда исследовал вот это все. Он это все видел. Он был одним из первых счастливчиков, кому довелось это все увидеть. А теперь, спустя много лет, эти счастливчики мы. В общем, мы как организация, вот у нас есть девиз, да, наша задача – сохранение и поддержание народного творчества. То есть мы, у нас даже в уставе такое есть, мы должны изумруды, вот такие вот таланты, именно из глубинки, из Приморска, их доставать, их мотивировать, их поднимать и делать так, чтобы их было видно. На это направлены вообще все конкурсы, вся деятельность Центра народной культуры. Потому что мы не только на… сказать, на Владивостоке, на топовых авторов работаем, а мы именно работаем на глубинку. В этом вот особенность. Вот это то, что мне хотелось бы подчеркнуть. Экспозиция сформирована из фотографий дальневосточного фотоконкурса «Глубина резкости». Всего было представлено 30 работ от 28 приморских авторов. В рамках открытия прошло вручение дипломов участникам. Во-первых, эта выставка расширит кругозор о природе нашего края. То есть больше узнаете мест, возможно, которые никогда не видели и не увидите. Ну и здесь можно встретить еще достаточно много интересных людей и с ними пообщаться. В своих фотографиях авторы запечатлели живописные красоты природы и уникальный животный мир Приморья и Хабаровского края. У каждого свой подход, однако всех их объединяют такие качества, как увлеченность и любовь к родному краю. Многие нашли свое вдохновение в книгах Арсеньева, повести «Сквозь тайгу», «По уссурийскому краю» и «В горах Сихотэ-Алиня», смогли запечатлеть места, по которым когда-то путешествовал Владимир Клавдиевич и любовался удивительными местами Дальнего Востока. Здесь представлены самые интересные, необычные работы. И такое разнообразие нашего Приморского края. Я думаю, тут можно увидеть много мест, в которых бы хотелось еще побывать. Фотовыставка ежедневно будет открыта для посетителей в Приморском краевом центре народной культуры до 18 сентября. Тамара Чупахина, Олег Завялов, новости на восьмом.